Партнер проекта ЛЗРМ, производитель рапсового масла Унша. Да. Приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с книжными новинками в программе «Да». В этот раз мы взяли курс на здоровый образ жизни, правильное питание, бег, человеческие возможности, когда вначале кажется, что это невозможно, и ответы на вопросы, зачем участвовать в суточных забегах. Каждую неделю в редакции радио мы обсуждаем книги, делимся новинками между собой. Именно так и произошла встреча с этой книгой. Мне ее порекомендовала Мария с горящими глазами, что эта книга может понравиться и мне, и слушателям. И не ошиблась. Представляю книгу «Ешь правильно, беги быстро. Правила жизни сверхмарафонца», которая написана Скоттом Джуриком, американским ультрамарафонцем, физиотерапевтом, шеф-поваром, мотивационным оратором в соавторстве с писателем Стивом Фридманом. Рекомендованный возраст 16+. Скотт неоднократно выигрывал известные ультрамарафоны в мире. Он взял серебро и установил американский рекорд, пробежав за сутки 266 километров 677 метров в среднем темпе 5 минут 25 секунд на километр. Уже 22 года Скотт Джурек придерживается веганской диеты. Книга о жизни. С одной стороны, автобиографическая книга Скотта Джурека. С другой, книга о жизни в целом, об осознанном понимании ее. В конце каждой главы он делится классными веганскими рецептами, которые можно приготовить и стать ближе к автору. Скотт уже давно придерживался правила: чем больше он питался здоровой пищей, тем быстрее и больше бегал. Если здоровое питание помогает спортсмену бегать быстрее, могло ли быть, что нездоровая еда – причина еще более серьезных заболеваний? Он знал, что и ему нужно научиться получать достаточное количество белка. Подогнать систему здорового питания под нужды бегуна на длинные дистанции. Регулярные пробежки сами по себе приятны. Если ваш соревновательный дух достаточно силен, еще больше удовольствия вы можете получить от более быстрого бега или бега на более длинное расстояние от преодоления себя. Прогресс может стать особым мотивирующим моментом, приятным бонусом за тренировки. Больше всего Скотту хотелось пробежать забег в память о его матери. Если она после десятилетий полной потери контроля над телом в последние часы своей жизни в самую страшную неделю могла оставаться такой стойкой, то он просто обязан следовать ее примеру. Большую часть жизни она вообще не могла ходить. И он собирался бежать ради нее, за нее, в ее честь. Так он пробежал за сутки 266 километров 677 метров, установив новый рекорд США. Сегодня мы познакомились с книгой «Ешь правильно, беги быстро. Правила жизни сверхмарафонца». А если вам однажды повезет сбегать в Америке что-то из разряда ультра, то есть вероятность, что вы встретите Скотта на дистанции или на организованной встрече, например, в Японии, за вегетарианским ужином, или на выступлении в компаниях и на конференциях, таких как Microsoft и Starbucks. С вами была Ксения Шамова с книжным обзором в программе «Да». А помогает нам приносить пользу каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унша».